Спорт для самых маленьких. В минувшую субботу в парке Степанова прошли соревнования среди дошкольников. Изначально состязания планировались как классический зимний триатлон – бег, велосипед и лыжи. Но из-за теплой погоды один из этапов пришлось отменить. Мы вынуждены были отменить лыжи и заменить дуатлоном. То есть два этапа ребята бегут, третий этап на велосипеде. Только время, критерии абсолютно объективные – время, финишная черта и время. Не надо субъективного, никакой субъективных факторов не будет учтено, и поблажек никому не будет, все в равных условиях. Всего более 200 участников соревнуются командами, в каждой по 6 человек. Сначала малыши проходили отбор в детских садах, и только после долгих тренировок отправились покорять площадку. Мы готовимся постоянно. В садике у нас тренировки. Ребятки очень любят заниматься. Особенно, когда готовимся, они очень стараются, выкладываются. И на соревнованиях показывают результат. Ребята воспринимают замечательно, уходят вообще замечательно, с веселым настроением. И сейчас при награждении нас отметили, что наша команда самая веселая и позитивная. То есть мы участвуем не первый раз, и нас уже заметили. Если бег для непоседливых малышей – дело явно привычное, то вот с передачей эстафеты и велогонками немного сложнее. Ребята еще не умеют быстро стартовать и очень расстраиваются, если приходят не первыми. Малышей активно поддерживают родители и воспитатели. Ну, я думаю, это вообще важно для каждого ребенка, да, чтобы он почувствовал, что такой командный дух, чтобы потом далее в жизни ему это все пригодилось, да, чтобы он понимал вообще, что такое, для чего это ему нужно. Во-вторых, спорт, я считаю, это вообще для ребенка очень важно, и для родителей однозначно тоже. По итогам соревнований почетное первое место заняла команда 56-го детского сада, второе – 197-го. Бронзовыми призерами стали ребята дошкольного учреждения номер 47. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.